Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Как мы уже анонсировали, поговорим сейчас про кино и про кино, которое снимается в Риге. Насколько интересно, выгодно для, например, киностудий других стран приезжать, выбирать именно Ригу в качестве места съемок своих картин. Кстати, вот я помню, был какой-то фильм про бегуна, там, по-моему, Анджелина Джоли была продюсером. И вот раз смотрю, якобы, значит, это Олимпиада 1900 года, и Пороховая наша башня, там вот, значит, это забег, якобы это все происходит там то ли в Лондоне, то ли в Париже, но вот наша Пороховая башня очень была узнаваема. Приятно, так да. Рига вечно каким-то городом пристает. Берлином, там, 18 мгновений весны, да. То да, все что угодно. Рига может изобразить практически любой город, и более того, ближе планы вот по привлечению этого кинотуризма, то есть чтобы больше к нам ехали по медицинским всяким вопросам, ну, понятное дело, по историческим, бизнес-туризм и в том числе кино, что подразумевало привлечение различных киносъемочных групп, чтобы они сюда прилетали, приезжали на длительное, как можно более длительное время со стороны города, там государством какие-то преференции, в том числе скидки по налогам, что вот эта вся съемочная группа жила здесь, оставляла свои деньги, ходила в рестораны, в магазины и так далее. И плюс, конечно же, несло светлое время имя Риги по миру широко и далеко и глубоко. И насколько эти планы осуществимы на данный момент, учитывая ковидные ограничения, какие планы на ближайшее время, каковы перспективы, что изменится в этой связи, об этом мы надеемся, нам расскажет Сергей Гамзяков, руководитель проектов отдела международного сотрудничества Рижского агентства инвестиций и туризма. Сергей, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Не так давно, я так понимаю, прошла специальная конференция, которая рабочая группа собиралась, в том числе с участием представителей вашего агентства инвестиций и туризма, и обсуждалась как раз-таки тема кино. Так насколько перспективно развитие вот такого киношного, с позволения сказать, туризма? Перспектива хорошая, потому что мы примерно где-то с 2010 года очень хорошо начали рекламировать город, ну и, соответственно, тоже Латвию. Если до этого многие, может быть, не знали, где такая Рига и какие есть возможности здесь, то теперь многие иностранные продюсеры приезжают сюда уже с конкретными предложениями. У них здесь есть свои местные партнеры, с которыми они готовы снимать фильм. И многие из тех, кто уже сюда приезжал раньше, возвращается с новыми проектами, с новыми идеями. А вот какие требования, например, от иностранных этих продюсеров, что мы должны обеспечить со своей стороны, чтобы они сюда приезжали? Да, какой инфраструктурой мы обладаем? Ну, во-первых, у нас есть хорошие профессиональные компании, фирмы, которые здесь на местном уровне снимают много хороших фильмов и сериалов. Также у нас есть все возможности для привлечение фильмов разных жанров, поскольку у нас есть разная архитектура, разные места, подходящие для съемков тех или иных фильмов или сериалов. Но получается, что здесь как будто бы мы говорим о двух видах съемок. Один – это когда Рига изображает то Берлин, то там какие-то другие города, и то, когда Рига является Ригой. Ну, то есть, вот, в принципе, наверное, для нас это тоже очень важный момент. Если действие происходит в Риге, мы можем показать какие-то достопримечательности, и наш город, мелькая вот на экране, он, в свою очередь, ну, повышает узнаваемость города, может быть, привлекает туристов. Да, есть два момента. Один, это тоже зависит, это связано с софинансированием и возвратом денег, потраченных в Риге и в Латвии. Допустим, если фильм происходит, действие фильма происходит непосредственно в Риге, согласно сценарию, да, то тогда возврат денег возможен до 25%, хотя это бывает довольно-таки редко, потому что, на самом деле, часто в Риге много снимается фильмов, но частично это как бы отображает другую страну, другой континент. И, кстати, к слову сказать, портал MixMix об этом писал, только что закончен монтаж фильма, последнего, видимо, который был снят иностранцами в Риге, в нем снимался в том числе
Микки Рурк, а также Роберт Неппер. Вот мне ни о чем то имя, кстати, не говорит. War Hunt, военный триллер о Второй мировой войне. И сцены снимались в этнографическом музее, в Лиготне, в Балдырае в том числе. И, в общем-то, Микки Рурк даже на какое-то время застрял здесь как раз-таки из-за ковидных ограничений, должен был высиживаться. Но получается, что это как раз-таки Рига, ну, мы скорее изображали какие-то другие локации, просто дешевле было снимать у нас. Интересные локации, ну да, и плюс, наверное, экономически выгодные. Вон Сергей говорит, что возврат денег до 25%. Нет, но это я понимаю, что 25% – это в случае, если Рига изображает Ригу. То есть мы говорим… А если это... Да, но в случае, если это просто происходит на территории Латвии или Риги, тогда возврат до 20%. Тоже приятно. Да, конечно. Все в дом, все в дом. А скажите, Сергей, кому, в принципе, мы интересны, ну, скажем, географически? Это европейское кино, американское, это бывший Советский Союз, ну, так исторически, потому что сложилось. А в качестве экзотики для какого-нибудь Болливуда или Китай? Ну, трудно так выделить какую-то одну-две страны. Конечно, традиционно много проектов из России, но также есть и страны Азии, допустим, Южная Корея, Япония, Индия. Ну и, естественно, наши близкие соседи – это европейские страны. Эстония, Польша, Германия, Дания и много других стран. «Аэродиум», я помню, что тогда привлек Джеки Чана, и, в принципе, какие-то съемки там целых эпизодов фильма проходили тоже у нас. А часто используется? Что именно? Ну, вот это воздушная труба. Аэродинамическая труба. Аэродиум, под Сигулдой, который стоит. Ну, не могу комментировать, потому что это многие проекты, которые не идут через нас, у нас такой статистики нет. Я могу сказать только о тех проектах, которые вот в среднем проект, который у нас получили софинансирование от города, это примерно где-то 4-5 проекта в год. То есть в прошлом году это было 6 проектов, в этом году 3. То есть не так 5-6, а в прошлом году, то есть падение из-за ковида получается 50%? Не только, нет. На самом деле из-за ковида поначалу был, да, большой спад, но когда были разработаны, ну, так называемые какие-то рекомендации по безопасности, да, то тогда процесс снятия фильмов, сериалов возобновился с новой силой, потому что, ну, еще нужно взять во внимание то, что во время ковида многие оставались дома, и поэтому спрос на фильмы и сериалы тоже возрос. Поэтому и интерес у продюсеров что-то новое создавать тоже остался. Напомню, Сергей Гамзяков с нами на связи. Сергей руководит проектами отдела международного сотрудничества Рижского агентства инвестиций и туризма. И мы рассуждаем, обсуждаем то, как в Риге снимаются кино и чем это выгодно нашему городу. И хочется вспомнить еще был один проект, по-моему, господи, вот у меня вылетело название фильма, но помню, что его снимали для Холмарка, и тогда наша москачка изображала гетто, ну, там какой-то вот европейской страны. С одной стороны, вроде бы немножко даже было обидно, что получается, что, ну, как будто бы снимают там... Со вот, времен Второй мировой ничего не изменилось. Гетто по-прежнему изображает гетто. Да. Вот эти моменты, насколько, ну, не знаю, для имиджа не вредят ли? У нас просто осталась исторически застройка разного типа. Исторические здания, они очень хорошо используются, и это, на самом деле, большой плюс для нас, потому что в других странах и городах, может быть, такого больше нету. И у нас очень такая хорошая площадка для исторических фильмов, для документальных фильмов, для триллеров. Ну, то есть это тоже ниша, которую можно использовать. Дешевле ли, вот, например, для россиян снимать в Латвии, ну, Европу? По-прежнему, ведь раньше вся Европа снималась в Прибалтике, ну, то есть вот Литва, Эстония и Латвия изображали европейские страны, а вот сейчас дешевле ли для россиян снимать у нас, чем ехать, отправляться в Европу? Ну, точных цифр у нас нет, поэтому я, может быть, сейчас не хотел бы этот вопрос комментировать. Но в любом случае каждый проект рассматривается, как бы, исходя из конкретных интересов, и тогда продюсер уже принимает решение. Мы можем предложить то, что у нас есть,
Они это все знают. У нас есть хорошие партнеры, которые с этим занимаются в туриндустрии. И тогда уже каждый проект реализуется по необходимости. А вам приходят на память какие-то забавные случаи, может быть, связанные со съемками различных фильмов? Ну, так напрямую мы редко участвуем, практически никогда не участвуем в съемках фильмов, но продюсеры нам рассказывали один такой забавный момент, когда кинокомпания из Индии снимала здесь у нас какую-то часть фильма своего, и не согласовав там ни с местными властями, ни с полицией, они решили снять перестрелку памятника свободы. Но, к счастью, протокольных мероприятий там не проходило в этот момент, и как, ну, это все удалось удачно загладить. Но бывали такие моменты. А снять-то удалось в итоге или пришлось прервать? Снять удалось, да, но там пришлось потом объясняться долго. Но, в принципе, вот такое согласование съемок, я просто вот вчера как раз читал о том, что фильм «Профессионал» вот Жана-Поля Бельмондо, там площадь Торкадеро, и автомобильная погоня, для того, чтобы снять эту автомобильную погоню, Бельмондо специально просил о помощи своего отца, который Поль Бельмондо, ну, все-таки скульптор, да, известный, и он как раз-таки, используя свое влияние, попросил власти города, ну, закрыть эту часть. Вот насколько сложно закрывать вот какие-то части. Вот мы все прекрасно помним, что по «Довод», когда снимал все-таки вот у наших соседей, там действительно перекрыли город и перекрыли часть вот этого шоссе, вот зная, понимая, что это создаст все-таки такую благоприятную среду для дальнейшего сотрудничества. Ну, честно говоря, Рига хороша тем, что, допустим, для простых съемок не нужно доставать какое-то специальное разрешение для съемок, если это просто съемка, не мешающая там быту города, да. Если перекрывают улицы, да, или необходимы какие-то другие ограничения, да, тогда это уже согласовывается с нашим департаментом транспорта, тогда жители города, это заблаговременно уже объявляется, чтобы знали, какие будут ограничения. Но, в принципе, так особых таких больших требований нет, если это не затрагивает как бы общую жизнь города. Но мы кстати, ты сказал про «Довод», про Нолана, и я вспомнил этот факт. Сейчас, когда фильм уже вышел на экран, ну, время прошло, и власти Таллина, вроде как Горхолл, где все это снималось, приняли решение о его восстановлении. А он стоял заброшенный не один десяток лет. Ну вот, польза городу. А вот что касается, например, вот того, что жители города, вот такие вот, как, например, уважаемый там Равис Дентерс, могли получить просто культурный шок, когда вдруг выходят и видят там портрет Сталина вывешен. Ну, то есть, ну вот эти съемки, когда вдруг какие-то лозунги там, да здравствует коммунизм там или что-то еще. Вот я представляю, действительно просыпается такой, выходит и понимает, что все, за что он боролся, буквально за минувшую ночь перечеркнуто. Да, вдруг. А вдруг что-то поменялось, да. Вот такие вот вещи, которые касаются, ну, вот, например, вот действительно затрагивающие там идеологию, какие-то моменты. Ну, это уже вопрос, может быть, немножко не ко мне, потому что мы занимаемся чисто финансированием и поддержкой проектов, но дальше там, как это все идет, это немножко другие институции, которые этим занимаются, поэтому я как бы не хочу туда сейчас вмешиваться. Мало ли, просто вы слышали о каких-то таких случаях, что действительно для натурных съемок требовалось вот вывесить чей-то портрет, или там советский флаг, или наоборот нацистский, и кто-то очень сильно протестовал, и приходилось отказывать. Ну, на моей практике, честно говоря, я такого не слышал. Может быть, кто-то сталкивался с этим. То есть, Рига достаточно лояльна к различным таким... Ходила же легенда, по-моему, кто Мосфильм где-то снимал в деревушке, но уже вот в 60-е годы там появляются нацистские, эти, ну, в форме нацистских солдат, и якобы, значит, из деревни вдруг мужичок выбегает, родненький, сколько же я вас ждал, наконец-то вы вернулись, вот список всех коммунистов. В общем, ну, это вот, я не знаю, это была действительно реальная история или вот какая-то байка кинематографическая? Я ожидал какую-то...
другого развития событий, наоборот, выбегает мужичок с берданом и начинает стрелять по несчастным актерам массовки. Были и такие случаи, когда там вот Штирлиц, Тихонов шел на съемку, то есть он из гостиницы уже вышел в форме этого группенфюрера, и его там бдительные горожане практически повязали. У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Мне такой вопрос. Скажите, а вот в Риге, где бывшая тюрьма Братства, там какие-то съемки тоже происходили, или это была такая какая-то фейковая информация? Спасибо. Возле тюрьмы Братства. Как я говорил, как бы мы напрямую не задействованы в съемках фильмов, мы только предоставляемся финансировать тем проектам, которые прошли отбор, поэтому это я не могу комментировать. Ну, Брас, это такое место с характером, я не удивлюсь, если кто-то заинтересуется там что-то снять. Сергей, скажите, пожалуйста, ну, поговорим про финансы, тогда про следующий, может быть, год. Есть какие-то виды на урожай? Сколько съемок и чего запланировано? Кто проявил интерес? Сколько денег может город получить? Ну, как я говорю, на этот год 3 проекта у нас сейчас будет в разработке. На следующий год еще будут заявки, поэтому пока трудно сказать. Угу. Что говоря о финансовой части, то, грубо говоря, так, по нашим подсчетам, именно те фильмы, которые мы софинансируем, это примерно, если к 1 евро софинансирование, и примерно получаем 6 евро инвестиций. То есть, чтобы было понятно, за последние 10 лет, где-то с 2010 по 2020 год, общая сумма софинансирования составляла там чуть больше 4 миллионов евро. Соответственно, привлеченные инвестиции были больше, чуть больше 23 миллионов евро. То есть, ну, это примерно так, грубо говоря, 1 к 6. Но это тоже не учитывая те деньги, которые здесь составляют иностранные продюсеры и фирмы, там, не знаю, в ресторанах, развлечения, те же самые сувениры. Это еще плюс, то, что получает город. А вот как все-таки рекламируется? То есть, есть ли какой-то список локаций, которые мы можем предложить? Ну, то есть, вот приезжают продюсеры, говорят, мы бы хотели снять вот, вот такие сцены. Вот что бы вы могли нам предложить, какие-то места? Вот есть ли какие-то уже готовые, не знаю, альбомы? Портфолио такие, да? И где, кстати, вы этих партнеров ищете? Не только же проявляют интерес к Риге со стороны, но вы сказали, что проводится достаточно активная рекламная кампания, то есть это какие-то форумы специальные киношные или это точечное обращение к продюсерам? Многие из наших фильмов, которые здесь были сняты, совместные фильмы, также участвуют на различных кинофестивалях, то же самое в Берлине или в Каннах, то есть это огромные площадки, где уже продюсеры между собой обмениваются контактами, и новые проекты так и появляются. Плюс уже у существующих партнеров уже есть свои наработки, свои контакты, которым они уже звонят напрямую и уже подыскивают места. Но если интересно, можно на общей страничке нашей, filmriga.lv, там расписана вся подробная информация, там вообще можно зайти посмотреть, как это делается и как это все происходит. Ну и самые популярные локации, то, что Олег спросил о портфолио. В основном это старый город, пригород Риги. Но не только, конечно, Рига, есть и другие места в Латвии, но в основном центр, это большая часть происходит в Риге. То есть центр – это традиционное место для съемок. Ну и да, срок подачи заявок окончен 15 апреля 2021 года. Я просто зашел как раз на фильм «Риголой» и начинаю изучать. Там, да, там есть всякие места, архитектура, индустриальные зеленые зоны, вода сезона Латвии и гид. Ну да, есть что почитать. Хорошо, спасибо огромное, спасибо. Видимо, да? А с нами на связи был Сергей Гамзяков, руководитель проектов отдела международного сотрудничества Рижского агентства инвестиций и туризма. Спасибо за рассказ о том, как Рига попадает в объектив кинокамер зарубежных режиссеров.
какой-то да. непонятный звук. Извините за этот брак в эфире. Но и приятно, что не только, собственно, со времен Шерлока Холмса и 17 мгновений весны мы можем, собственно, продолжить эту тему и водить туристов уже по каким-то другим местам, которые засветились в популярных фильмах. А, да, вот этот замечательный эпизод, перестрелка индийских актеров возле Милды, это, конечно, забавно. Ну и напоминаю, что все, о чем мы говорим утром в эфире, потом появляется на нашем портале mixnews.lv. Нам, наверное, с Олегом пора заканчивать утро на балконе, но программа радиостанции продолжается. Продолжается, и, собственно, в ближайшее время, вот самое ближайшее время вас ждет программа «Без антракта». Гостем будет актер театра Табакова в Москве, исполнитель роли академика Сахарова в новом фильме о Сахарове Алексей Усольцев. Далее прямая речь зампредседателя Комитета транспорта Рижской думы Мирослав Кодис и экс-политик Иманс Бурвис станут гостями этой программы. Утро на Болткоме.